Так, ребят, мы сейчас поедем поищем бензин, а вы поищите что-нибудь здесь. Вот вам рация, свяжитесь, если что пойдет не так. Окей. Эй, удачи. Тебе тоже. Ну что, Нейзи, ты готов? Да, давай. Тогда убедись, что у тебя полностью заряжен пистолет, и не знаю, как ты, а я лично проголодался, и не против зайти вот в закусочную, которая сзади тебя. Окей, сейчас. Все, полный магазин, отлично. Так, давай сюда, не торопясь, не привлекая внимания. Сюда сначала пойдем, да? Да. Окей. Надеюсь, там есть какая-то еда. Что это вообще? Проверь, открыта ли дверь? Сейчас. Да. Ну, прошу тебя, не торопись, окей? Окей. Так. Что, здесь спокойненько. Да, пока что. Надеюсь, здесь нет ходячих. Чисто вроде. Да, вроде бы чисто. И меня это радует, смотри, честно говоря. Стой. Кажется, он не двигается. Может быть, он мертв? Притворяется. На всякий случай все равно резоную. Да, ты прав. Давай. Все. Пошли. Аккуратно. Давай. Как думаешь? Кажется, это кухня. Смотри, кухня. Вытяжки, плита. Слушай, да давай возьмем все, что успеем, и... Окей. Смотри, тут есть типа полки. Окей, в холодильник полезу. Холодильник? Только скажи, что ты нашел еду, пожалуйста, обратно мне. Я нашел суп, вяленую говядину и сгущенку. Что будешь? А с чем супчик? Томатный. Томатный? Да. Ох, это же те самые томаты, которые я люблю. Дай мне, пожалуйста, прошу. Да, держи. Вот. Слушай, она в хорошем состоянии. Да. Ну что, давай перекусим, может? Давай. Но я пока не хочу есть, я еще в лагере наелся. Так, собственно, наши ребята приедут скоро, да? Сейчас они найдут, где заправиться, и приедут. Если что, есть рация, сразу же вызовем. Да, я надеюсь, они не задержатся. Да. Стоп, я не проверил ящик. Я возьму палку. Я нашел крекеры. Две свинины и собачью еду. Как думаешь, собачью еду брать? Собачью еду? Ты думаешь, мы будем есть собачью еду? Ты серьезно? Ну, сейчас как бы особого выбора нету. Да. Давай на всякий случай возьмем. Да, возьми, конечно. Что-то я погорячился. Ладно. Давай тогда, может, будем уже выходить. Мне это место не особо нравится. Давай. Трупы. Да и вонь на весь... Ресторанчик. По сравнению с другими местами, тут еще нормально пахнет. Слушай, а столы чистые, в принципе. Здесь ничего нечего больше брать, идем. Да, пошли. Выходим. Так, примерно через сколько, как думаешь, они приедут? Ну, уже ж не впервые. Я думаю, что минут 15, ну, максимум 20. Но я надеюсь, что у них все хорошо. Слушай, давай посмотрим, что здесь есть. Кажется, это какие-то склады. Смотри, что это? Слушай, по вывеске похоже, что это магазин. И, по-моему, это продуктовый магазин. Давай посмотрим. Слушай, а почему двери открыты? Тихо. Тут двери, да, реально открытые. Слушай, а может, не будем заходить? Как-то это все странно. Двери открыты, я думаю, что не стоит. Оружие. Мало ли. Стой, Нази, стой. Да. Ты помнишь, что сперва, перед тем, как что-то брать, надо смотреться, чтобы там чисто было. То есть, естественно. Сначала а ты думаешь, зачем мы оружие берем? Сначала убедимся, что там никого нету, а потом уже будем что-то брать. Окей, пошли. Давай. Черт назад! Ходячий. Окей, у меня глушитель, давай я его сниму. Закрой дверь. А, точно. Так. Пожалуйста, только старайся не шуметь. Окей. Все, минус один. Так, пошли. Почему дальше ты так много патронов тратишь? Я всего лишь три. Стоит подойти поближе и потратить всего один патрон. Может, все равно зарезать? Так будет лучше. Да, попробуй зайти со спины, но не это. Не подпускай их слишком близко к себе. Ты сам смотри, знаешь. Тут еще один. Тихо. Он меня не заметил. Дело не дойдет до моего дробовика. Ты сам знаешь, какой у него звук. Да. Еще не хватало, чтобы сюда набежали эти твари. Все, минус. По-моему, здесь чисто. Слушай, да, глушитель но... тихий. Но... Послушай, нужно убедиться окончательно. Чего?
все. Теперь все. Уверен? Отлично. Двери закрыты, отлично. Можно тогда что-нибудь взять. У тебя много места свободного? А, да. Давай поищем тогда что-нибудь. Я нашел, протухший кусок плоти. У меня пока ничего, только паутина. У меня все протухшее здесь. Паутина. Слушай, я крекеры нашел. Крекеры опять? Да. Господи. Классно. Причем той же фирмы. Испорченный картофель, я не буду его брать, пожалуй. Окей, пустые. О, я нашел персики. Крекеры? Ничего себе, слушай, а этот магазинчик достаточно... Я нашел деньги, слушай. Достаточно целым остался. Первый раз нам так везет, что столько много продуктов. Может, деньги возьмем? Ну, мало ли, костер запалим. Кстати, они сухие, то есть, конечно, тогда можно спокойно ими костер разжигать. У нас как раз таки кончилась бумага. Сейчас проверим. Да, они сухие. Окей, давай возьмем. Отдел для животных. Здесь собачья еда. Да? Слушай, а мы, кажется, не обошли с той стороны полки. Ну, даже нужно посмотреть все, потому что еще есть место. Что здесь было? Похоже на взрыв. О, я только заметил. Такая дырень. Хорошо, что нас здесь не было, когда это все случилось. Да. Столько кровища, что... Отлично. Ладно, давай продолжим. Я нашел. Это вяленая говядина. Стой, неужели? Это топор. Неужели топор? Наконец-таки у меня будет оружие ближнего боя? Топор? Отлично. Да, теперь я тоже смогу их убивать бесшумно. Отлично. Наконец-то, наконец-то. Хочешь еще поесть? Не, спасибо. У меня я здесь печенье нашел себе и крекеры. Не, спасибо. Оставь себе. Ну, если у тебя места нету, конечно, я могу забрать. Не, пока что есть. Окей. Все посмотрели? Ну, кажется, да, вот только вот эти полки. Сейчас, секунду. Сейчас, давай. Нет, здесь ничего нету. Слушай, тут есть касса? Все. Может, там есть деньги? Нет, все забрали. Это же... Естественно. Слишком примитивно. Идем. Так, думаю, двери за собой надо закрыть. Естественно. Все. Слушай, давай, я тебя жду, выходи. Давай, выходим. Так, давай дальше. Может, продолжим эти гаражи рассматривать? Я не знаю, может, здесь что-нибудь еще полезное. Попробуем поднять дверь. Они же закрыты. Ладно, что? Давай. Почему бы не попробовать? Давай. Стой, на раз, два, три, давай. Раз. Взялся? Два. Три, давай. Нет. Нет, ну... Нет, слушай. Заел. Мне кажется, это бесполезно, и не нужно тратить время слишком. Стой, стой. А, он мертвый, он мертвый. О, ё! Что? Смотри, ему бошку оторвали. Фига себе. Не знаю, что здесь произошло, но я бы на месте того человека, или кто это сделал, то же самое бы сделал. У него есть мобильник и много денег. Ну, деньги я возьму, чтобы разжигать костер. Ну, конечно, бери, бери. Слушай, здесь закрытые ворота, и я не думаю, что стоит тратить силы, да и время. Времени не так много. Слушай, а вот здесь... О, смотри! Это какая-то автомастерская, что ли? Да, это мастерская, слушай. Давай, я первый проползу тогда. Только аккуратней, пожалуйста, давай. И скажи сразу, что ты видишь перед собой. Все ли там нормально? Тут темно. У тебя есть фонарик? Да-да-да, у меня есть фонарик. Ух ты, слышишь? Эхо такое. Тихо, он почему-то не включается. Погоди, это надо потрясти его. Давай. Ну он как всегда, вот он любит так. Подожди. Ну? Сейчас, секунду, он так любит. Я сейчас его потрясу немножечко, и он заработает. Вот, наконец-то, слушай. Смотри. Я все время интересовался. Яма, аккуратней, яма. Как же чинит машины? Тут, оказывается, такая яма. Ты что, решил по лестнице слезть? Да. Ничего не будет. Ну ладно, давай я тебя подсвечу, а ты уже посмотри, что там. Давай, тут какой-то ящик. Ну-ка. Смотри, в нем канистра с топливом. Как думаешь, что? Ребятам понадобится? Кто бы мог подумать, что мы найдем канистру с топливом? Она пустая? Нет, полная. Судя. Ну, я думаю, нашим ребятам понравится. Да, я тоже думаю. Ну, давай возьмем, да? Ну, конечно, если у тебя есть силы нести, конечно, давай возьмем. Естественно, сейчас вылезу. Я не думаю, что у нас много батареек есть, и они уже заканчиваются, давай. Поэтому давай быстренько попробуем здесь все. О, смотри! Тихо! Тихо! Смотри, чего у тебя фонарь так мигает? Говорю же, он поломан. Тихо. Смотри, машина! Тихо. Ходячий меня напрягает. Как думаешь, он мертвый? Ну, сделаем как всегда. Возьми свой ножичек и... Ты сам знаешь, что нужно делать. Да. Все. Отлично, отлично. Слушай, машина здесь не просто так стоит. Давай попробуем ее залутать. Может, здесь что-нибудь есть? Давай. Слушай,
Окна открыты. Ну-ка, мне кажется, здесь у нас уже кто-то был. Наверное, ее разграбили уже. А, там ничего нету внутри. Слушай, а там достаточно длинный коридор. Да? Окей. Смотри, какие-то коробки, ящики. Навали. Я вижу, ты какой-то слишком быстрый, не торопись так сильно. Ух, смотри. Что там, что? Бедняк застрял тут, похоже. Смотри-ка. Это что, это грабли? Да. Засыпало? Его засыпало. Я думаю, что это тоже к лучшему. Ну что, избавим его от мук. Давай просто. Давай, избавим его от мук. А то будет сидеть, хрипеть тут. Давай. Ладно, давай тогда идем. Раз уж здесь ничего ценного-то и нету. Стой! Плошные коробки. Что? Смотри, что за ручка? Ручка? Вот, видишь? Слушай, ну, похоже на ящик. Давай посмотрю, что там. Джекпот! 5-7! Кого? 5-7? Это пистолет? Это пистолет. Тебе нужен? И шлем. Держи. О, шлем. Они слушай, теперь тебя не смогут прокусить через голову. Слушай, я чувствую себя в безопасности. Ну это, пистолет у себя пока что оставь. Я у тебя его попозже возьму, если он понадобится. Хорошо. Мне его пока некуда положить. Слушай, давайте там, может, уже будем выходить. Здесь вырубай вообще фонарь. Ничего не осталось. Вырубай. Окей, все, полезли. Фух. Слушай, неплохо так поискали. Да. Теперь тебя не прокусит. Отлично. Слушай, туда здесь остался завод, тогда пошли на завод. Да. Пошли. Вот этот? Ну да, ты давай. Ты знаешь округу, что ли? Слушай, я не знаю, что здесь произошло, но, видимо, нам не нужен вход, чтобы зайти. Смотри, здесь какая-то дырка. Ну, тут давай, что ли, зайдем. Стой. Кто-то взорвал или... Стой. Тихо. Ты видишь, там кто-то сидит? Да. Я понял тебя. Кажется, он не двигается. Ну, ты удостоверься, чтобы он точно уж был мертв. Окей. Походу, бедолага умер прям на рабочем месте. Хорошо, слушай, о! Маски? Маски, слушай, здесь изготавливали маски. Может, возьмем одну? Так, для памяти. Хочешь ребятам дать? Ну, почему бы и нет? Ну, впервые на заводе. Да не думаю, что... Окей, бери пока. Я она может попала тебе таким. Я посмотрю, что тут еще есть. Пока что посмотри, что здесь можно взять. Так. Тут, видимо, производили их. Сложный процесс. О, слушай, стой, а что это? Дверь. Слушай, а посмотри-ка, она железная. Да, давай попробуй открыть. Отойди, отойди. Слушай, знаешь, как я умею открывать двери? Сейчас. Да, любая дверь моя. Ты вывихнешь его. Сейчас, секунду. Окей. Ну все, я же говорил, заходи. Не стесняйся, чего ты там стоишь? У нас здесь куча ящичков. Ладно, закрою. Давай. Что? И тебе не впервой так выносить? Ты, видимо, меня плохо знаешь. Конечно, не впервые. Я нашел телефон. Слушай, я не знаю, что здесь за опасные люди были, но я нашел сюрикен. Сюрикен? Блин, там ящики. Сюрикен. Ты когда-нибудь держал в руке сюрикен? Нет. Посмотри. Ну-ка дай. Чего только не найдешь у рабочих завода. Ух ты. Письмо. Может его использовать как-то? Кинуть входящего? Слушай, давай она побудет пока у тебя. Я не особо умею обращаться с сюрикенами. Ой, я как будто умею, да? Учился в школе ниндзя. Письма. Нет, это нам все не надо. Деньги. Конечно же, разжигать костер. Давай. Палку нашел. Камень. Любую бумагу бери. И вообще нашим скажи, чтобы они тоже бумагу брали, а то они постоянно и обходят. Ключик. Не знаю, зачем нам этот ключ. Тут же дверей больше нету вроде. Ну, кстати, может он к чему-то подойдет, к какой-то двери. Я больше не видел здесь дверей. Ладно, пошли пока. Фух, ну ладно, что, может, тогда выйдем? Тут уже, в принципе, ничего не осталось. Я думаю, ребята уже скоро приедут. Все, я так испугался, когда его увидел, и... Пошла, вспомнил, ты его убил, и... Ушли отсюда. Так, думаю, не надо вот уходить вот далеко от этого места. Слушай, тебе не кажется, что уже вечереет? Возможно. Ладно. Стоп! Мы не смотрели это здание. Что, разве... Да. А, стой, так мы его прошли. Да, я задумался, смотрел все время на этот мост. У нас еще есть время, да, у нас еще есть время. Давай по-быстренькому зайдем, я думаю, что там что-то ценное есть. Похоже на завод какой-то, опять же. Окей, давай, я схожу. Ну, раз, два, три, или да. Просто? Раз, два, три, конечно. Раз, да. Два, три. Что с тобой? Все в порядке? Да. О, здесь труп, просто я не знаю, что здесь произошло, но тут было полное месиво. Посмотри, что с ним, может, у него что-нибудь ценное есть. Хотя, ты посмотри, у него даже... Он просто размазан. Разорван, я бы сказал. Слушай, здесь лестница на второй этаж, ты видишь? Смотри. Да. Может, стоит подняться? Давай. Давай. Так. Аккуратно только.
Ой! Черт! Какого черта? Что я сделал? Нейди, прости, я не... Я испугался. Черт, они же сейчас и сюда придут. Слушай, может обойдется, но вдруг они не услышали. Никого же рядом нет. Как это можно не услышать? Прости меня, я испугался. Ладно, что сделано, то сделано. Что, нам нужно теперь как-то выбираться. Черт, надо ждать своих. Надо ждать своих. Твою мать. Так, пошли вниз быстро. Просто... Я уже привык с этим дробовиком, ну, я забыл, что у меня есть топор, извини. Все, ничего страшного. Пошли. Ладно, я думаю, что все обойдется, всегда везло. Ага. Твою дивизию! Ай! Твою! Хорошо, ты вовремя закрыл дверь! Ай! Ну, я думаю, уже не стоит прям такие уж заморачиваться, я буду убивать своего дробовика от пистолета. Сколько их там? Ты хочешь посчитать? Я хочу знать. Но за нами скоро приедет машина, поэтому... Закрывай! Черт, заела дверь, уходи! Хорошо, хорошо, подожди! Вали, 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 быстро! Здесь черт. Ничего нету, слушай, мы в ловушке! Нейз, в ловушке? Как? Нужно попробовать их отстрелять, пока не поздно! Окей, давай! Ты ищи пока что-нибудь, я отстреляю! Ладно, хорошо, ну здесь ничего нету! Да, стой! Черт! Нейзи, Нейзи, сюда, да. Сюда, быстрее, я что-то придумал, иди сюда! Пошли! Сюда, что? Сюда, смотри! Есть что? Дробовик и есть дырка! Окно? Окно, окно, ты правильно меня понял! Ты видишь выступ? На него можно забраться. По крайней мере, лучше, чем находиться здесь. Окей. Иди сюда. Как же высоко, блин. Черт. Окей, я вот туда? В смысле туда? На крышу другую, да? Что? Ты хочешь перекрыть на крышу? Да, как по-другому? Да, я понимаю, что вариантов не так давай, много, но... все. Черт! Ты уже все решил? Нет, Нейзи, давай, ну я давай, боюсь давай, высоты. Давай! Давай! Я понимаю, что ты хочешь меня поддержать, но я очень боюсь высоты. Чувак, сейчас или никогда, говорит, давай. Давай, давай, давай. Ладно, я решился. Надо сделать сейчас. Уже. Они там идут. Давай. Нейзи, помогай. Черт, давай, давай. Ай, спасибо. Давай, ты меня держишь. Отлично, фух. Ты меня опять выручил. Спасибо тебе, Нейзи. Спасибо, что ты рядом. Ты только посмотри, сколько этих тварей здесь. Черт. Кажется, все обошлось, но... Они все идут и идут. Да. Надо что-то делать, решать. Точно, рация, надо дозвониться. Рация, точно, наши приедут с этой стороны. Смотри, вот как раз таки нам нужно сейчас... Стоп, мы можем спуститься в магазин и там аккуратненько перейти, думаю. Черт, там они тоже. Наверное. В смысле там тоже? Тут же нет, мы закрывали тут... дверь. Окей, давай, попробуем. Ты что, забыл? Ты же сам закрывал дверь. Да. Теперь я понимаю, зачем ты закрываешь дверь. Твою мать, назад! Нет, стой! Что? Назад! Забирайся назад, быстрее, быстрее! Давай! Они совсем рядом! Помоги! Давай! Убирай дробовик! Чёрт! Фу! Он чуть тебя не сцапал! Как всегда повезло, ну, я и везучий, я об этом всегда знал. Так, всё, помогай отстреливаться, я звоню по рации. Слушай, да, наши придут с этой стороны, видишь, это закусочная, в которую мы заходили сперва. Смотри, наши должны приехать с этой стороны, поэтому давай мы расчистим, убьём всех тварей. Слушай, стой! Держи пока что 5-7, постреляй с него. Да. Я пока что дозвонюсь. Дробовик недальнострельное оружие, хорошо. Давай. Прием. Вы где? Джейк. Не поверишь, мы нашли много топлива. Отлично, но у нас проблема. На нас напали. Черт, сейчас мы быстро запараемся и сразу к вам. Держитесь до нашего приезда. Так. Все, они сейчас приедут, они только заправляются. Что? Они только заправляются? Да, они нашли заправку. Я рад, что они нашли заправку, и... Все же я не рад, что они не скоро приедут. Они сейчас быстро приедут, сказали просто, разгребали. Ты им сказал, что у нас неприятности случились? Да. А, ну хорошо, значит они должны скоро подъехать. Слушай, что у тебя по патронам? Пока что все хорошо. 6 обоев в кармане. И последний день живем, оставь на потом еще. Ты сам понимаешь, какие у нас сейчас времена, каждый патрон. Давай попробуем сюрикен. А, сюрикен, а ты умеешь читать их? Ну, давай попробую, не знаю. Вот в этого. Попал! Нейзи, что творишь? Ну, кажется, ему сюрикен вообще ничего не нанес. Да. Давай уж старый добрый пистолет, он-то точно сможет. Стоп, у меня есть камни. Ну-ка. Ну, они же для привлечения внимания и... Да ладно, дай пошугать их. Слушай, может, стоит перезвонить им и убедиться, что у них все хорошо? Окей, сейчас, подстреливай пока, я перезвоню. Прием! Вы где?
Уже в пути. Через примерно минуту приедем. Окей. Все, они едут. Нейс, у меня хорошая новость. Что? Твой 5-7 больше нам не нужен. Отлично. Можно использовать его как приклад. Так что? Давай кину кому-нибудь на бошку. Вот этому, например. А, черт. А, кажется, ты промахнулся, слушай. О, ну я не смогу их убивать, поэтому давай, все надежда на тебя. Окей. Так, слушай, да. Ты позвонил по рации? Да, только что же сказал. Ты, ё-моё, откуда я они только просто... берутся? Я задумался. Скажи, скоро они подъедут? Да, они уже в пути. Ладно, хорошо. Это уже радует. Так, я думаю, надо спуститься в магазин. Там будет безопаснее. Мы... Что? В магазине безопаснее? Ты что, мы только что с него вылазили? Ты забыл? Одна тварь меня чуть за ногу не схопила. Черт, я забыл. У тебя есть еще патроны? Можно спуститься и попробовать расчистить там путь. Иначе как мы спустимся? Посмотри, какая здесь высота. 6 патронов в этой обойме, а в другой... Другая полная. Вот и он! Мертвец. Давай, хорош, все. Давай, попробуй. Тут еще один. Нейс, пожалуйста, где? Разберись с ним. Я не могу на него смотреть. Окей. Отлично. Последняя обойма. Слушай, не трать. Оставь ее. Нам окей. Нужно будет еще... Нож. Дойти в машину. Нож. А? Не подпускай его близко к себе. Не подпускай. Окей. О, есть. Так, все, закрываю дверь. Тихо, ты слышишь? Тихо. Что? Я слышу. Вот тут здесь, совсем рядом. Да, тихо. Надо всех вытолкнуть и закрыть дверь. О, черт! Все. Нейс. Давай. Они на подходе, выбегай быстрее! Выбегай! Окей. Выбегай. Черт, что ты немедленно, и можно убегать. Давай. Пошли. Старайся не трогать, тихо, не трогай, просто беги. Окей. Ты слышишь? Тачка едет. Что? Тачка! Вдалеке, слышишь? Да, это, кажется, наши. Да. Черт. Дать. Давай в этот магазин. Фу, не в магазин, ну ты понял. Да. Ух, ну здесь я чувствую себя более в безопасности. Хотя нет, они идут, Нейс. Они подъезжают, давай. Машина. Давай, на дорогу.